Добрый день, дорогие мои друзья! Наконец-то закончилась зима. Весны, к сожалению, у нас не было хорошей. Хотела показать свои ирисы вам. Посмотрите, какой здесь кошмар творится. Я очень сильно переживаю, что они в этом году цвести не будут, потому что все пропадут. Зима была очень дождливая. Несколько многолетников даже попропадало у меня. Ну а ирисы и лилейники просто все в грибке. Даже не знаю, что делать. Это уже новые листочки, которые выросли в этом году. Я сделала одну большую ошибку. Я на зиму не обрезала старые листья. Вот это был еще один момент, который, конечно, не надо было делать. Плюс к тому, что еще и была и такая дождливая зима. И позасыпала серединки землей, чтобы они не примерзли. Этого тоже, наверное, не надо было делать, потому что зимы у нас теплые. Несколько раз опускалась температура, может быть, 7-8 градусов мороза было. Я думаю, что это бы им никак не повредило. Сейчас начну обрезать эти листья, оставлю только одни серединки. Брызгать просто смысла нет лекарством, потому что его все равно смоет дождем, который практически каждый день идут. Еще вчера и позавчера был минус один. Георгины замерзли, кстати, которые я уже высадила. Но ничего, они под землей отойдут. Вот так все печально выглядит. Поражены все кусты. Где-то две недели назад я все листья больные первые срезала. Но, к сожалению, новые листочки тоже сейчас все болеют. На эти выходные обещают хорошую погоду. Я надеюсь, что смогу их хоть чем-то побрызгать и спасти. Из препаратов у меня только старая марганцовка, старый фитоспорин и бутылочка немецкого средства от всех грибковых заболеваний. Надеюсь, хоть что-то, одно из трех что-то поможет. Лилейники я тоже обрезала. Оставила им только здоровые серединки, где листочки еще не были поражены. Но, к сожалению, эта болезнь распространяется все дальше и дальше. Вот они появились, эти коричневые пятна. Похоже, что придется все лето теперь срезать эти листья. И, наверное, останутся одни цветоносы, если они вообще будут в этом году. И один только низкорослый ирис, который уже начал распускаться, стоит более-менее здоровый. Хотя и на нем я уже обнаружила такие одиночные коричневые пятнышки. Надеюсь, что он успеет до конца распуститься. Вообще мне низкорослые ирисы очень сильно понравились. У них такие аккуратные, компактные кустики. Цветут они рано и обильно цветут. Да и вообще, мне кажется, что старинные сорта намного лучше, чем современные бородатые ирисы. Хотя, конечно, по красоте они очень сильно им уступают, но зато, мне кажется, они реже болеют. Да и практически не болеют, наверное. Вот такой он красивый. Я еще прикупила летом 10 сортов. Так что ждите новых видео.